Маши. Территория Маши. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новостях из мира гаражного тюнинга и борьбе с невоспитанными водителями. Некоторое время назад наши гаишники начали очень активно вылавливать тех, кто любит тюнинговать свои автомобили. Под раздачу попали в основном владельцы внедорожников. Многие из них проводят время на внедорожных трассах, а для этого нужна серьезная подготовка, прежде всего автомобиля. Огромные шины, высокие подвески и кенгурятники одномоментно стали вне закона. Это же коснулось и газобаллонного оборудования и прочих всяких антикрыльев. В сети даже назрела небольшая революция, когда выяснилось, что одному владельцу Нивы вообще аннулировали техпаспорт за нестандартный внедорожный бампер. Произошло это не на ровном месте. Во-первых, в действие вступил новый техрегламент Таможенного союза. Во-вторых, самостоятельные изменения в конструкцию не самым лучшим образом влияют на безопасность. Кто его знает, как и кто прикручивал новые детали? Теперь в ГИБДД решили сделать шаг назад и разрешить любителям менять облик своей машины, не снимать дополнительное оборудование. Теперь сведения о нем будут вноситься, что называется, по прибытии в ГАИ. Стоить эта процедура будет 800 рублей, а время общения с инспектором не превысит 60 минут. А вот у любителей парковаться там, где нельзя, проблем станет больше. И это справедливо. В прошлом году в столице заработало мобильное приложение «Помощник Москвы». С его помощью сознательные граждане могут отправить информацию о тех, кто стоит под запрещающими знаками или на местах для инвалидов, не имея на то права. Теперь в функционал приложения добавлена еще одна возможность – сообщать о тех товарищах, кто паркуется на пешеходном переходе. Главное, чтобы была видна зебра и номер нарушителя. Кстати, о парковках. Первый в мире паркомат появился 16 июля 1935 года в городе Оклахома на пересечении двух самых оживленных улиц. Платить приходилось не только автомобилистам, но и ковбоям, заезжавшим в соседние бары. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liqui-Moly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liqui-Moly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. «Территория машин».